назад. Я еще не остановил. Слушаю вас. Серьезно? Серьезно? На льду не ждал? Так? Ну, Телли, если я не нарушу, тогда что? Извиняешься? Вот именно, я тебя спрашиваю. Если я не нарушил, ты извиняешься? Как вы не нарушили? Вы нарушили правила дорожного движения. Пункт 14. Уверен? Уверен, я. А как разговаривать, если ты не видишь нифига? Нормально разговаривать, хорошо? Не надо таким словом разговаривать. Ваши водители простые, где что? Доказательства несите тогда. Я все докажу. И дорожный налог тоже. Не надо таким словом разговаривать. Ты сначала увидь там. Не экай. Нормально разговаривать. Я хочу так и буду говорить. Дома будет так разговаривать. Слушай, ты меня просто так остановил. Ваши водительские свидетельства. Давай фору показывай. Ваши документы. Удостоверение. Документы куда ты? Что это надо? Баратан, ты на меня вешаешь то, что я не делал. В чьем уме? Вы на твоем уме тоже? На гора трудна. Так, старший лейтенант, Байбацунов Замир. 2020. Закрой баланс, что ты открываешь? Я из-за твоей прихоти тебя должен ездить, доказывать, да, что-то? Я тебе покажу, но в руки не передам. Вот мои документы. Вот мой этот. Вот мой паспорт. Вот мои налоговые. Вот. Видишь, какой налог в машине есть? Вы на коем уме тоже? На гора трудна. Так, старший лейтенант, Байбацунов Замир. 2020. Закрой баланс, что ты открываешь? Я из-за твоей прихоти тебя должен ездить, доказывать, да, что-то? Я тебе покажу, но в руки не передам. Вот мои документы. Вот мой этот. Вот мой паспорт. Вот мои налоговые. Вот. Видишь, какой налог в машине есть?